Уважаемые коллеги, здравствуйте, доброго вам времени суток. Меня зовут Ушакова Татьяна Олеговна, я детский подростковый психолог, психотерапевт. Я из города Сергиева Посада, работаю в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Я приглашаю вас на мой мастер-класс, который состоится на конференции в городе Воронеже. Тема моего мастер-класса – это настольная игра «Созвездие здоровых, убежденных, сильных». Эта игра вышла, ее выпустило издательство «Генезис», и она посвящена одной из самых сложных тем психологии – это формирование основ здорового образа жизни и профилактика употребления психоактивных веществ. Обычно эту тему психологи стараются избегать, потому что эта тема чаще всего в наших головах связана с информированием, занудными и скучными лекциями о том, как нужно жить, что такое хорошо, что такое плохо. А это очень плохо соотносится с понятием психологической работы, тем более психотерапевтической работы. Я предложу вам на нашем мастер-классе разобраться с тем, как эту тему можно преподнести детям и подросткам таким образом, чтобы не вызывать у них естественное сопротивление, чтобы при этом оставаться психологом или психотерапевтом. А еще мы с вами будем играть в настольную игру, которую я очень люблю и которая создана на основе такой длительной программы по формированию основ здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ, которую мы начали создавать еще в 2011 году. Буду очень рада встрече с вами. Приходите, мы вас очень ждем.